Всем привет! Вы на канале Милана 112. И я построила домик или шалаш на улице. И сейчас мы его будем обустраивать. Вот это будет типа коврик. Туда обувь я буду складывать и всякое такое. Вот. Ой. Шалаш огромный у меня, конечно. Мне еле хватило крыши, вот это, потому что очень много. Просто здесь можно лежать, и два человека, либо три поместятся. Это у меня будет коврик. Теперь обустраиваем внутри. Значит, что я принесла? Я принесла вот такую тетрадку, чтобы рисовать. Потом я принесла ручку для телефона. Скребок. Я принесла на него лицо. И второй скребок. Я закрашиваю вот такую вот картину. Очень милую. Родителям. Потом вот это для закладочки. Потом вечный карандаш у меня вот такой красивый. Потом у меня вот такой вот ластик. Скетчбук, чтобы рисовать. Фломастеры вот такие вот. Я буду рисовать. Потом у меня столик. Вот такой вот столик у меня. Прикольный столик. Прям вообще. Он мне так нравится. Я на нем буду рисовать, кушать. Потом я взяла вот такую вот подушку, вот такую прикольную мягкую подушку. Собаке она взяла такую вот, чтобы на нем лежать. И сейчас я буду обустраиваться. У меня то есть вот одна стена, вот первая стена у меня закрыта, и вторая стена здесь закрыта. А остальные две, они открыты. То есть вход у меня открыт, и здесь еще одна стена. Чтоб свет не попадал, короче. Честно, обустраиваться буду. А здесь сидеть могу нормально, спокойно. Потому что, чтобы вот так вот сделать, не получится. Но будет вот так вот постоянно. Ну, ничего страшного. У меня здесь жук какой-то бегает. Но я его уже забила. Так, подушечку мы ложим в уголочек. Ну и собакена, по идее, туда. Или нет, я не знаю, куда их. Потом я их положу куда-нибудь, не знаю. Так, фломастер я, конечно же, положу. Вот сюда фломастер положу. Тут у меня фломастеры будут. Потом у меня... Я положу на них скетчбук. Такой вот скетчбук я на них положу, красивый. С ромашками. У меня здесь есть несколько рисуночков. Это типа вот такой вот рисунок. Потом вот такой вот авокадик. Потом вот такой вот кактус, минимализм. Потом я не знаю, что это здесь сделала. Здесь значок такой. Здесь вот такая вот всякие штучки, всякие рисуночки. Потом вот такой вот подарок маме. Здесь я хотела нарисовать этот подсолнух бабушки. И буду дорисовывать. Сегодня. Ну, не сегодня, а прямо сейчас. Обустрою и буду. Я сниму про это видео, как я делаю, рисую подсолнух. Потом тетрадочку тоже, чтобы рисовать, положу. Так, что потом можно положить? Ну вот всякие предметы для рисования. И ластик тоже. Они у меня будут лежать, наверное, где? Ну, снизу этого будет лежать. Они, в принципе, не укатятся. Все нормально с ними будет. Потом, такую заготовку для закладочки. Я ее тоже положу. И саму картину я положу тоже там, где
фломастеры у меня лежат. Теперь надо обустроить, чтобы было мягко мне и удобно лежать. Обустраиваем. Так, куда бы мне это все ложить-то? Потому что одна стена у меня может свалиться случайно. Ну, я могу ее просто свалить. Ну, значит, вот сюда. Я, наверное, вот это, что я здесь складываю, я, наверное, перенесу. Рисовать я буду не здесь, а вон там. В том уголке буду рисовать я. Не знаю, потому что что-то я не продумала. Потому что я буду лежать, у меня здесь вот это будет мешаться все. Так что стул мы, мой столик перетаскиваем вот сюда. Так вот. А вон там у меня столик стоит такой. И теперь я, значит, идеально. Теперь берем это мы все и перетаскиваем куда? Куда? Не знаю куда. Ну, о, вот, идеально просто. Просто идеально. Там что-то свалилось. Ну, нам это не важно, главное, что не на меня. И всякие принадлежности я положу вот сюда. Я, может быть, еще схожу сейчас домой, возьму еды и всякое такое. У меня, значит, здесь есть коврик. Ковер у меня, как в настоящем доме. И такая подстилочка, чтобы сидеть, потому что ковер не такой чистый. Он пыльный. Из-за этого я постелила себе подстилочку. И вот здесь вот, у меня же стена здесь открыта. Вот, стена у меня открыта. Чтобы мне попадал свет. И здесь света практически не попадает, а здесь попадает и тенек, и солнце не светит. Просто светло, чтобы в доме было. А, вот, я его сюда в уголочек поставлю, вот так вот. У меня здесь такая собака лежит и подушка, чтобы я могла лежать. И сейчас я схожу за едой, сейчас вернусь. Вот я и вернулась, я принесла, значит, вот такой вот фонарик с конфеткой, потом такого чудика, не знаю, кто это. Дракончика. Вот так. Вот здесь орешки в шоколаде. Потом принесла холодную воду. Вот такой вот милый стаканчик. Царевны. Вот. И мне это нравится. Потом у меня здесь полка. Я полку нашла. Мне бабушка полку дала. Сейчас покажу. Этого чудика, кстати, можно лопать. Вот эта полочка, сейчас, вот, вот такая вот полка, то есть это обычный ящик, ну, типа эта полка у меня будет. Здесь я сверху постелила вот такую вот красивенькую штучечку, потом здесь у меня раз, два этого, чтобы туда что-нибудь поставить. На второй полке у меня будет, типа, поди. Типа всякие конфетки, но сначала мы обустроим первую. Берем мы сначала, ложим вот такую вот гравюру. Нет, не сначала гравюру, а сначала фломастер мы ложим. Опа, положила фломастеры. Потом мы ложим гравюру. Потом скетчбук. Нет, сначала тетрадку. Потом скетчбук. Потом вот такую вот, типа, это. И у меня здесь даже так места больше стало. И здесь место будет для телефона, либо еще для что-нибудь. Не знаю. Ой, я его лопнула. Ну ладно. Сейчас мы будем обустраивать вторую полку, самую верхнюю. Мы туда положим вот такого вот крокозяблика. Просто будет валяться. Или я его приклею, не знаю. Ну, пусть пока валяется. Вот такой вот тибрик, какой-то китенок, что ли, не знаю. Фонарик. Он жирафов показывает двух. Там конфетки тоже перекусить, в принципе, можно будет. Ну... И я еще туда наверх, либо вниз. Я думаю, вниз положу такие вот причиндалы, либо наверх, не знаю.
Ну, пока что я их думаю, сейчас посмотрю. Я думаю, наверх. Наверху они лучше смотрятся. Будут смотреться лучше. Вот. Опа. Опа. Все. Вот так вот у меня получилось здесь. То есть у меня фломастер снизу. А сверху у меня вот, типа, здесь мои причиндалы. И вот такие вот штучки у меня миленькие. И места гораздо больше стало. Здесь хотя бы можно уже полежать, посидеть. Не знаю. И этого я вот так вот передвину. Вот так вот чуть-чуть. Это вот, нет, не буду ничего передвигать. Передумала. Столик я, наверное, поставлю поближе ко мне. Чтобы есть, конечно же. Так. А, вот, орешки. Да. Орешки очень вкусные. Очень вкусные. Прям очень обожаю эти орешки. Кстати, так же можно поставить на полочку. Ну, как-то тупо. Я так думаю. Вот, мы берем стулик. Стольчик. Господи, стол. На него ставим водичку, я поставила. И стаканчик. И орешки. Ну, в принципе, все. Мой домик готов. Я сейчас вам покажу, как он выглядит. Здесь, смотрите, вот такая вот подстилочка. Вот так вот выглядит мой дом. Мой шалаш. Я также могу выйти, поесть сливы. Да. Вот. Вот так вот. Всем пока-пока и подписывайтесь на мой канал. Люблю вас.